человек стая, человек встань, человек стая, гвоздь, человек стая, человек встань, человек стая, гвоздь, гвоздь. Да, не эстеты, да, ну да, не богема, но сильные гены, знаешь, уверенный гендер, если сравнивать между наковальней тем, что на ней часто держит, выберу гвоздь, где железные нервы. Железные стержни, если лица все те же, железно, что сдержит. И в паузе между обычной надеждой, обычно, что делают, дают бой. И что там под тестом, знать бы, что там под тестом. Что там такого задействовано? Это что-то с подтекстом, что-то вроде протеста. Это то, на что можно надеяться. Знаешь таких, уверен, знаешь таких. Кварталы таких, их встречают в штыки. Делать бы гвозди из этих людей. Точно, точно. Не было б в мире крепче гвоздей. И точка. Человек стая, человек встань, человек стая, гвоздь, человек стая, человек встань, человек стая, гвоздь, гвоздь. Да, не все сильные, да, ну да, зато смелые. Зато смелые. Да, не все с именем, ну имя им крем, имя им крем. Время им тренер, сверхчастое трение. Вот так и становятся первыми средние. Такой пролетарий, разве что брать на излом. Ну и там пролетали, как то обратное зло. Советский буксир, знаешь, нет время быть стильным. И на светский ампир есть время быть сильным. Особенный вид, такой особенный вид. Опасный на вид, но способен любить. Да так, что растопит в ней сибирскую вьюгу. Сгоришь, как на юге, это топливо хьюмен. Не знаю, что точно, но что-то сверхпрочное. Кевларовый почерк, лучше скажу две строчки. Делать бы гвозди из этих людей. Точно, точно. Не было б в мире крепче гвоздей. И точка. Человек стая, человек встань, человек стая, гвоздь, гвоздь. Человек стая, человек встань, человек стая, гвоздь, гвоздь. Человек стая, человек встань, человек стая, гвоздь, гвоздь. Человек стая.